Депутат Роман Худяков заявил, оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом. Тем, кто отправляет детей учиться за рубеж, вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение. Живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, а то вообще в Майами. Общественный деятель напомнил, что 24-летний чеченский внук Пугачевой Дэнни может быть призван на службу, так как у него есть подходящая военно-учетная специальность. Он окончил кадетский корпус, а также, по словам Худякова, хорошо стреляет из карабина и обучен рукопашному бою. Вот только о местоположении Байсарова сейчас мало что известно. Недавно, правда, сообщали, что он крутит роман со студенткой МГИМО в России и видится со звездной бабушкой, но сейчас призывников, которых не могут найти, уже начинают объявлять в розыск, в том числе международный, отметил Роман Иванович. 31-летний Никита Пресняков, по словам Худякова, непонятно какой военно-учетной специальностью обладает, но рядовым под частичную мобилизацию тоже вполне подпадает. Депутат подчеркнул, что если потребуется, то военный комиссариат и в замок Пугачевой и Галкина наведается ради встречи с Пресняковым.